в моей стране им не рады. Скажи это им. Обязательно. Готов. Никто не видел. Пойду дальше. Вижу тебя. Впереди еще патрули. Вокруг тебя много обломков. Стоит осмотреться. Да, точно. Что это сейчас было? У моей позиции! Огонь на подавление! В укрытие! Открываю тебя! Обходим противника! Открывай! Ласвелл запустила систему пеленгации. Мы можем найти телефоны пассажиров и бортовой самописец. Ясно. Выхожу. Вижу тебя. Прикрываю. Если что, сообщу. В моей стране им не рады. Скажи это им. Обязательно. Херня! Одним коней меньше. Продвигаясь вперед. Вижу тебя. Впереди еще патрули. Там какие-то обломки, Килла. Проверь их, как сможешь. Есть. Отличный выстрел, Килла. Все тихо. Можешь идти дальше. Вроде они тебя потеряли, но они продолжат поиски. Прикрываю тебя. Ласвелл запустила систему пеленгации. Мы можем найти телефоны пассажиров и бортовой самописец. Ясно. Выхожу. Вижу тебя. Прикрываю. Если что, сообщу. Здесь! По мне ведут огонь! Эти сволочь! Это сзади! Что? Ласвелл запустила систему пеленгации.
Мы можем найти телефоны пассажиров и бортовой самописец. Ясно. Выхожу. Вижу тебя. Прикрываю. Если что, сообщу. В моей стране им не рад. Скажи это им. Обязательно. Я не понял. Этот готов, но не расслабляйся. Конни тут полно. Рискуешь, но, кажется, тебя потеряли. Иду вперед. Вижу тебя. Впереди еще патрули. Я тебя вижу! Отличный выстрел, Килла. Все тихо. Можешь идти дальше. Я видел, как там рылось несколько конни. Может, они что-то упустили? Да, точно. Кажется, я засек угрозу. Кажется, там что-то есть. Халя! Это вода! Вижу цель! По нулям, эхо! Прикрываю тебя! Ласвелл запустила систему пеленгации. Мы можем найти телефоны пассажиров и бортовой самописец. Ясно. Выхожу. Вижу тебя. Прикрываю. Если что, сообщу. В моей стране им... Что за хрень? Скажи это им. Контакт! Здесь противник! О! Они тебя потеряли, но расслабляться рано.
продолжаю движение. Вижу тебя. Впереди еще патрули. Рискуешь, но, кажется, тебя потеряли. Они тебя потеряли, но продолжат поиски. Не расслабляйся, на подходе группа Кони. Люди Макарова умрут среди своих жертв. По заслугам. Жаль, их дважды убить нельзя. Вижу стрелков Кони, идут к тебе. Здание почти не пострадало, вряд ли что-то есть. Ясно, иду. Я видел, как там рылось несколько коней. Может, они что-то упустили? Есть.
Здесь телефон. Может, пригодится? Видео трясется. Пассажиры испуганы. Какие-то крики на арабском. Это все. Судя по сигналам пеленгатора, ты в нужном месте. Спасибо, Эд. Может, там есть телефоны? Принято, эхо. Открыть огонь! Возле внедорожника снаружи довольно много обломков. Там может что-то быть. Кидай. Точно! Я иду. Противник убит. Атака сзади! Там еще целая толпа коней, будь осторожна. Кила, внимание, к тебе идет подкрепление противника. Девочек была на борту. С оружием. Ласвелл запустила систему пеленгации. Мы можем найти телефоны пассажиров и бортовой самописец. Ясно. Выхожу. Вижу тебя. Прикрываю. Если что, сообщу. Я не понял. На остальной территории тихо. В моей стране им не рады. Скажи это им. Обязательно. Пойду дальше. Спокойнее.
тут есть. Люди Макарова умрут среди своих жертв. По заслугам. Жаль, их дважды убить нельзя. Тут полно обломков. Поищи здесь. Спасибо, Эл. Взяла телефон. Хоть бы не пустой. Трудно разобрать. Крики на арабском. Пассажиры испуганы. На этом все. Подтверждаю эхо. Цель обнаружена! Минус один. По нулям, эхо! Еще подкрепление кони. Обломков. Осмотрись. Подтверждаю. Цель перемещается. Враг продвигается. Разберись с ним и уходи. Подтягивают силы. Там еще целая толпа коней. Будь осторожна. Возле внедорожника много коней. Этот район стоит проверить. Я посмотрю. Вижу стрелков кони, идут к тебе. Угроза устранена.
твоем районе много обломков. Там могут быть телефоны. Принято! Часть цели убита. Остальные меняют позицию. Алекс, я нашла еще один. Что там? Вижу женщину с оружием. Самара. Она из моих солдат. Точно? Да. Она бы так не сделала. Фара, люди меняются. Твой брат... Алекс, это другое. Надеюсь. Посмотрим, что еще удастся найти. Я вижу цель! Твои позиции! Иду в атаку! Тут одна из моих девочек, Самара. В жилете смертника. Не понимаю. Волк, а теперь еще и жилет? Она испугана. Она не хочет этого делать. Мы все понимаем, что люди подумают иначе. Макаров хочет, чтобы это увидел весь мир. Мы этого не допустим. Понятно. То здание хорошо охранялось. Похоже, черный ящик близко. Проверяю. Алекс, я нашла черный ящик. Бортовой самописец у меня. Стираю данные. Не позволю Конни использовать их против ООО. Так точно. Жги сила. Фара, это все, что нам нужно. Думаю, здесь чисто. Тогда уходим. Встретимся в точке входа. Принято, командир. Кила, у меня проблема. Принято. В чем дело? Конни идут сюда. Я раскрыт. Алекс, ты где? 3-1, как слышно? Эхо 3-1, слышишь меня? Контакт! Меня атакуют! Фара, давай! Уходи оттуда быстрей! Нет, Алекс, я тебя найду. Погнали отсюда! Вперед! Что дальше? Надо выяснить, откуда здесь Конни и куда шла их группа. Проследи за ними. Не атакуй без крайней необходимости. Буду держать дистанцию. В этот раз постарайся не попасться. Ничего не обещаю. Бывший солдат ополчения в жилете смертника в российском самолете.
Ее заставили. 100%. Самара. Она была хорошим бойцом. Присоединилась к моему отряду во время оккупации. Ушла ради семьи. Что вместе крушения? Они подбрасывали улики, чтобы нас подставить. Остальное собирали. Их перебили. Телефоны у нас. А черный ящик? Все стерло. Ясно. Макаров не сможет выдать свою версию. Если на борту были его люди, то, скорее всего, они выбрались. Макаров так не наследил бы. Люди поверят, что виновато ополчение. Благодаря тебе доказательств нет. Люди будут гадать, но ты сорвала план Макарова. Этого мало. Я отправила Алекса искать кони. Если они в Урзыкстане, он их найдет. Принято. Когда я вернусь к 141-м, что узнаем, сообщим. И Фара. Да, Ласвелл. Мне жаль Самару. И мне. Как держитесь? Вроде. Братишки! Как ты, товарищ? Лучше капитана. Чёртова ультранация. Запись из аэропорта. У пассажира был билет на рейс 761. Левый паспорт. Или же крот. Скорее всего. Шел спокойно. Как у себя дома. Это Макаров. Фара и Алекс, что у них? Никаких доказательств. Этот урод снаряжает американские ракеты химическим оружием и убивает своих мирных жителей. Обвиняю во всем Фару. И заодно США. Он с огнем играет. Это провокация. Он хочет войны. Восток против Запада. Битва века. Все идет к этому, Кейт? Мы на краю, ребята. А ведь он был у нас в руках. Я упустил шанс его убить. И как же? Выдвигаемся. Внимание, возможно, Макаров и его люди еще там. Если это так, берите его живым. Принято. Где врачи? Экстренные службы прибудут только когда будет чисто. Возможно, следующей целью Макарова будет вип-ложа на третьем этаже. Господи боже. Точно, сынок. Мы с Гоустом в 10 милях. Берем эту сволочь. Отбой. Макаров угрожал аэропорту, а напал на стадион. Совсем вернулся. Работай аккуратнее, но ты полно неизвестно. А Макаров? Ты слышал приказ, работаем по правилам. Берем живых. Стой, стой! Беги отсюда, ну! Господи боже! Берегись! Пронесли. Мы еще живем. Впереди полиция. Быстро. Бьют по гражданским! Контакт! Ответный огонь! Впереди полиция. Быстро. Бьют по гражданским! У них был доступ в вип-зону. На третьем этаже, идем. Контакт на лестнице.
Лестница чисто. Впереди вестибюль. Лестница на том конце. Идем на третий этаж. Контакт впереди. Мы внутри, идем к вип-зоне. Внимание, ближний круг выдает себя за полицию. Прием! Принято. В районе цели считать враждебно. Принято! Вырывайся через вип-зону. Гранаты кидают всю. Давай вниз! Продвигаюсь! Качай их, быстро! Иду! Я через магазин. Так, понял. Уходи. Чисто! Движение внутри, будь начеку. Вперед, сержант. Спецназ! Руки! Руки вверх! Скорая помощь, не стреляйте! Как вы сюда вошли? Охрана! Охрана нас пустила! Кто еще здесь? Пожалуйста, мы пытаемся Что? Их Мне спасти. Мне нужна помощь! Солдат, помоги, пожалуйста! Стоять, сержант! Их надо срочно доставить в больницу. Кто еще? Стойте! Сержант, ты в порядке? А, пластина. У них была взрывчатка. Это была их следующая цель. Золотой Орел. В вип-зоне найдена взрывчатка. Следов Макарова нет. Понял. Аккуратнее там. Местные ставят кордон, так что Макарову придется спешить. Мы в пяти милях. Не упусти его, сынок. Все понял. Гараж. Так точно. Захватите взрывчатку и идите на вторую точку. Понял. Вот, поедем на лифте. Тяни! Высматривай Макарова. Не стреляй, это гражданский. Бегом отсюда, живо! На подходе транспорт. В укрытие. Возможно, это Макаров.
Выходи из машины! Готов! Иди на захват. Я возле скорой. Открывай. Руки, руки! Руки вверх! Хрена себе. Это он. Владимир Макаров, быстро из машины, марш! Спокойнее. Не подходи. Ты не дергайся. Обыскать. Боишься, капитан. И не зря. Заткнись. А ну на колени, тварь. Чисто. Убьешь меня? Думаю об этом, да. Очень советую. Советую твоим бойцам отойти подальше. Их учили не отступать. Это скорее в вашем стиле. Присмотри! Внимание, Макаров у нас, идем на выход. Принято, Джон. Его попробуют отбить. Этого и ждем. Налево. Нам надо срочно уходить. Есть. Вперед! Чисто! Вперед! Продолжай! Я должен донести до людей! Вперед! Продолжай гнать Макарова. Вы попали в ловушку. Не своди глаз с Макарова. Веди Макарова, путь открыт. Следи за ним, сержант. Быстрей! Надеетесь вывести меня? Если надо, то и вынесем. То, что я здесь, ничего не значит. Это значит, что ты проиграл. Не будь дураком. Чтобы победить меня, вам надо сорвать мой план, а это вынужден вас огорчить. Невозможно. Контакт! Дальше! Я взял Макарова! Иду огонь! Так точно. Хватай Макарова и погнали. Беру его. Здесь опасно, надо уходить. Безопасности нет. Марш! Твоя удача кончилась, Макаров. Я не верю в удачу. Я верю в планирование. Невезение — это плохое планирование. И твой план требовал гнить за решеткой? Человека можно запереть. А идею... Я нашел проход, сержант. Идем. Благословляю вашу храбрость, но проклинаю глупость. Пошел. О себе подумай. Заменить можно любого. Даже меня. Нам надо срочно уходить. Двигай. Ты не солдат, ты военный преступник. Им нужна медпомощь. Что мешает им помочь, сержант? Ты. Это твой выбор. Это ты сделал. Не мы. Это невинные люди. Война — это всегда хитрость. Ну, заткнись! Я прошел. Чисто. Вижу выход. Сюда. Шевелись. Пора познакомить тебя с моими друзьями. Где они? Близко. Мои тоже. Признай поражение. Ты все еще думаешь о победе. Думай об успехе. Зло успешно. Так было всегда.
Мир не виден. Война замена. Берегись! Макаров у меня! Разберись с ними! Контакт сзади! Покрытие! Вижу цель! Коля! Союзник убит! Союзник убит! Выходим наружу. На колени. Не двигайся. К воротам, сержант. Поднимай. Владимир, на ту сторону. Живо. Золотой Орел, мы снаружи. К востоку от стадиона. Что у вас? Браво 6, мы готовы. Внимание, замечены силы противника. Подходят с севера. Гоуст обеспечит снайперское прикрытие. Понял. Встречаемся в основной точке. Шестой отбой. Я веду Макарова, ты расчищаешь путь. Зачищай район, сержант. Пора эвакуироваться. Выстрел. Расход. Я продвигаюсь. Цели слева! Сержант. Саймон Райли, остался бы ты в аэропорту и сдох там. Если хочешь жить, прекрати угрожать нам, Владимир. На имена перешли, Герши. Что имена? Досье любой прочитать может. Каков дальнейший план? Вот. Что значит «вот»? Надо же. Вы тупее, чем я думал. Я задал тебе вопрос. У меня тоже вопрос. Который час? Да какая тебе разница, который час? Время — это все, генерал.
Мы все запомним этот момент. Но не все как хороший. Аэропорт! Он нас отвлекал! Ух ты, долбаная мразь! Я вышибу тебе мозги, Макар. Стой! Богом клянусь, не надо! Вышибу. Ну же, давай! Ты закрой пасть! Я покончу с ним! Джон, он у нас! Он арестован, никуда не денется! Спокойно, сержант! Вы ж вроде за добро. Ты будешь гореть в аду. Ты сдохнешь в тюрьме, как и прочие крысы. Еще встретимся, МакТавиш. Обещаю. Зря я тебе помешал. Тогда так было нужно, Кэп. Тогда... Шифрованный звонок, это Пентагон. У меня нет допуска, я пойду. Нет, Ник, нет. Кейт, поговорим? Я тебя искал. Джон, это семейное дело, ну ладно. Что тебе нужно? Владимир Макаров, как и тебе. И что, генерал? Есть наводка на одного его спонсора. Мы ищем не деньги. Зоб, найдешь деньги, найдешь и его. Откуда данные? Без армии ты никто. Опять ошибка. Ну, ни хрена ж себе. Зоб, не ждал меня? Или ждал, но не этого? Ласвелл, источник засекла, может, авиацию? Гоуст, как не стыдно. Что ты задумал? Затеял делать свое дело, и вам тоже советую. Слушай, мое дело – убивать врагов. Знаешь, кто ты? Давайте не будем отвлекаться. Капитан, я обрисую картину в целом. Ты хочешь сколотить Макарову гроб? У меня есть гвозди. Что хочешь в обмен? Путь назад. Я не готов просто уйти. Нет, я хочу победить. Проверь почту, Кейт, и до связи. У меня есть имя и место. Я не пошлю людей по его указке. Это не задание, просто данные. Эта сволочь врет, Кейт. Я из ЦРУ, Джон, я спец по вранью. Как и ты. Капитан, мы покупаем информацию. В чем разница? Он прав. Будь в ад или нет, Гарик прав. Босс, мы справимся. Джонни, ты со мной? А то, лейтенант. Осторожней. Хорошо? Что нам прислал Шепард? И как с этим связан Грейвс? Они одна банда, ребята. Буквально. Сейчас мы партнеры. Данные проверены, они верны. Они нашли кошелек Макарова. Милена Романова, олигарх. Выяснилось, что она тайно работает на Макарова много лет. Где она? На частном острове. Вдали от всего. Там настоящая крепость. Угадайте, кто охрана? Группа Кони. Данные содержат чертежи и планы местности. Похитить Милену? Нельзя же так прямо. Да, не прямо. Но можем взять ее деньги. На острове находятся ее банковские серверы. Надо обойти ее протоколы безопасности. У кого-то есть электронный ключ. Найдете, я подключусь и взломаю. Подходим по воде и разделяемся. Я иду за ключом. На Гоусте тыловой периметр. Нужны глаза. Буду координировать через БПЛА. Звучит неплохо. Следуем за деньгами. Оружие к бою, Джонни. Грядет буря. Парни, докладывайте. Хранительную цель, разделяемся. Наблюдаю сверху. Работаем, Браво. Вхожу. Принято. Вам нужен электронный ключ. Он у охранника Милены. Считайте его главной целью. Соб, он на твоей стороне острова. Не повезло ему. Я за ним.
Я веду наш объект. Сигнал так себе, но за движением следить можно. Есть.